Один арбузик Костичке, одно яблочко для Миечки, один грибочечек красный для Картошечки. Лерия, ну, а чё Лерия? Ну, гнилую плоть можно Лере взять, потом свекольный суп для Никича, тушеные грибы и грибы ещё для кого-то можно взять. Да, в принципе, хватит всем еды. Так, отправляемся к наркоманам Петровичам. Скучали там, небось, на башне этой, скучали! Разворот, поворот, остановочка моя! Опа! Ага. Ну а чё вы думали, после того, как Катя выберется из этой башни, и башня пустовать будет? Ха-ха, не то там было. Косы выросли наших принцесс. Вот так на лиане, господи, как сложно. Можно по ним и забираться. Ваш принц идет к вам, детишки мои! Ждите меня! Здравствуйте, мордаствуйте, Карась, Картошка, Мия, Костя, Пончик и Никич. Я знаю то, что вы голодали все это время, поэтому забирайте. Кусок арбуза это для Кости, а гнилая плоть это для Леры, если что. Вот так, ага, ага, голодали. Да, не деритесь за еду, не деритесь за еду, да все хватит. Ну вы это, как бы, рассказываете, скучали тут без меня, не скучали? Я вам тут работенку нашел, вот, поэтому я вам предлагаю следующее. Я сейчас вас выпускаю из этой башни, вы идете за мной в одно местечко, и я вам рассказываю, что нужно построить в этой серии, потому что мы тут с подписчиками в комментариях новый троллинг для Кати придумали. Совсем такой небольшой, маленький, поэтому, если вы, конечно, хотите, я вас отсюда выпущу, а? Да, 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 а, ну вот и хорошо, все, тогда стойте все возле люка, я сейчас спущусь и открою вам там снизу двери. Заскучали мои детишки там на этой башне, сколько они там времени провели, 1,5 недели примерно где-то. Не бейтесь, главное, я сейчас всех выпущу, не деритесь, не деритесь. Вот так вот, ломается все, ломается, ломается все. Вылезайте на свободу, вы все свободны. Мия, вниз спускайся, все остальные, давайте, быстро, быстро, быстро. Кто не успеет, я сейчас обратно этот люк закрою, и Лера, ты там останешься навсегда. Лера, шевели булками, давай, спускайся. Ну, я знаю, что вы давно мечтали выбраться из этой башни. Поэтому все, кто сейчас здесь находится... А мне кажется, ли кого-то не хватает? Пончик там наверху, что ли, осталось? А ей, походу, там нравится в этой башне. Короче, руки в ноги, ноги в руки, потопали за мной. Я для вас тут кое-что новое подготовил. Ну, и для Кати, конечно же, тоже. Сегодня у нас будет необычный троллинг, а любовный. Любовно-романтический. Я уже много раз рассказывал то, что мы с Катей не виделись примерно 5 месяцев. Потому что она сейчас живет в Новосибирске, я живу в Португалии. Из-за этого сраного вот этого зомби-апокалипсиса, который сейчас на планете проходит, мы уже давным-давно не виделись. Еще, наверное, столько же не будем видеться. Поэтому я решил то, что здесь, именно на вот этой поляне, вы, наркоманы Петровичи, построите огромный воздушный летающий шар, а снизу под ним построите полянку, ну, небольшой пикничок, чтобы мы с Катей посидели, подержались за руки, если хотя бы не в реальной жизни, то хотя бы в Майнкрафте, до того, пока мы с ней не увидимся в реальной жизни. Катя всегда мечтала полетать на воздушном шаре, и я как раз таки сейчас ей предоставлю эту возможность. Поэтому, Лера, Мия, Картошка и Никич, идите строить. Костя и Карась, мне нужна будет ваша помощь еще для одного приспособления. Поэтому давайте топайте за мной. Вы все остальные берите вот эти ресурсы в сундуках и приступайте к постройке. И следите за Лерой, она же все же сожрала как бы гнилую плоть. Может там срачка-пердячка наступить, поэтому аккуратнее с ней. Ага, активированный уголь как бы припасите. В общем, а вы давайте за мной пердаки свои тащите. А ваша помощь мне нужна будет, потому что мы с вами сейчас отправимся на болото. И нет, не для того, чтобы снова встретиться с Маринкой, а для того, чтобы добыть немножко слизи. Потому что у меня только 2 блока, а нужно примерно штук 20-25. Поэтому вот в этих сундуках любую броньку берите, которую только найдете, любые мечи берите, надевайте и потопали в далекий путь. Ну!
Ну, красавцы, настоящие красавцы. А сейчас на болото. Ты бросайся, 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 Маринка. Катя скоро научится делать зелье в 10 раз лучше, чем ты, вздрюкает тебя в этом в честном поединке. Ну вы, наверное, хотите спросить, зачем я вас сюда пригласил, да? А вот за тем, чтобы вы сейчас здесь, на этом болоте, нашли столько много слаймов, сколько только возможно. И добыли мне примерно стака 2-3 слизи. А уже после этого я Кате построю... небольшую ракету, на которой она улетит далеко-далеко, высоко-высоко в космос, и после этого мы Катю больше никогда не увидим. Ну, как бы, а чё она думает, то, что воздушный шар работает в Майнкрафте? Нет, это всего лишь для отвода глаз. А потом-то мы ее запустим туда, в космонавты. Будет сделано, капитан, ага. Ну все тогда, но ноги в руки побежали. Сейчас болотное чудище вытащим за одно место. И... папа! Тресочка. Спасите, избивай... Ну чё у вас там опять происходит-то? Я не могу понять. Еперный шнобель. А вы еще больше слаймов притащить не могли? Еще и две Маринки за вами сюда притопали. Ядрить ты, колотить, ну я же вас просил просто их убить. Они сюда ко мне их притаскивают. Ну вы хотя бы Маринку сначала кокните. Ну вам никакое дело доверить нельзя. Вы все зафаршмачите. Давай, давай, вот тут как раз нормально должно нам хватить всех вот этих слизней. Стака 2 100% будет. Поэтому давайте кокаем их и на этом расходимся. Маринка, ты свой шнобель в чужие дела лучше не суй. Костя, давай, давай, Костечка, ты справишься, давай, мотыгай по башке, давай, кокай. Так, выбрасьте все на бочку, что только что получили, давайте. У кого сколько было? Ага, Карась молодец, Костя молодец. И в сумме у нас почти 300-ка, ну неплохую вы такую орду только что слаймов притащили. Ну, а сейчас топаем домой, крафтим вот эти слизень-блоки, я вам показываю, как делается настоящая ракета в Майнкрафте. И сейчас, опа, 22 блока слизи. Ну, неплохо потрудились. Сейчас возьмем немножко липких поршней, возьмем немножко наблюдателей. Нужно скрафтить 4 железных блока. И после этого по центре можно отправляться и смотреть, какой же воздушный шар они там построили. Я надеюсь, что он все же хорошо смотрится. Все, давайте тогда, сейчас за мной побежали. Придем мы с Катей на пикничок. Посмотрим на воздушный шар. Катя офигеет то, что на нем можно летать. Но уже после этого я скажу то, что на нем летать нельзя. И после этого запущу ее высоко-высоко в космонавты. Только, пожалуйста, я прошу просто бога Майнкрафта, чтобы воздушный шар там был прям воздушным. И чтобы именно шаром был. Ни треугольник, ни квадрат, ни ромб. Ни прямо пилипилипипет или как что-то, не многочлен или что оно там называется. А именно шар. Кругообразный. Пожалуйста. Ну, слушать. Ну, я думал, будет хуже, но думал то, что будет и лучше. Я думал то, что шар будет немножко побольше. Но давайте подойдем поближе, посмотрим, что же они там начудили. Так, сверху вижу Никича, а там 100% должна быть Мия, да, как я понимаю? А здесь у нас... обосраться 20 раз. Это, походу, будет лучшее мое свидание в жизни. Вы чё тут начудили? А ну, Лера, это подвинься. Опа! Тип, сюда садится один, а туда садится второй. Еханы ты, баба. А ну, Костя, сядь туда на место картошки. Сейчас мы с тобой вот эту свиданку проведем. Давай. Костя, не стесняйся, сядь на место. Я к тебе приставать не буду. Карась, тогда сядь ты на его место. Хорошо, сейчас мы с тобой свиданку проведем. Да чё же вы меня боитесь, ни с кем свиданку не могу провести. Ну тогда, Лерочка, с тобой будем свиданку проводить. Лерочка, ты такая прекрасная. Там Никич только что кокнулся.
Ты такая прекрасная, твои глаза как полнолуние в лунную луну светят так ярко, как будто солнце в ночное небо. Твои звезды, как две кометы, падают с неба. Ты будешь моей девушкой. Ну, вот примерно как-то вот так я скажу Кате, но Катя как бы уже моя девушка, поэтому да, она будет моя девушкой. Ну хорошо, хорошо, кстати, получилось, вот этот стол для свиданий прям высший сорт. А здесь... А две кровати зачем, разрешите поинтересоваться? Надо? Ага, ну да, после свидания же там как бы продолжение, ну в смысле спать после свидания надо. Так, а здесь что у нас? А ну спустились оттуда быстро вниз, вот так. Так, а как забраться на вот этот шар? Ну ладно, это на самом деле без разницы, потому что шар у нас будет служить как отвлечение внимания. То, что я сейчас буду строить и запустит Катю как раз таки в космос. Немножко здесь осветим территорию и приступим. Все сюда, подходите, все сюда. Будем учиться, как строить ракету в Майнкрафте. И раз... И два, и три, и четыре. Сейчас с каждой стороны ставим по три вот таких блока слизни. Именно из-за них мы с Костей и Карасем отправлялись на болото к Маринке в гости. Сюда надо поставить один наблюдатель и на наблюдатель... Опа, вот так три слайм-блока. Потом с каждой стороны ставим по наблюдателю и вниз ставим липкие поршни. Вот так. Опа, опа. На самом деле ракета проще простого. Есть у кого-то зажигалка? Выкиньте сюда, пожалуйста. Опа, Лерочка, давай, молодец. А сейчас прошу всех вас забраться на вот эту ракету, вот туда наверх, давайте. Лера у нас будет капитаном этой ракеты, поэтому выделите ей самое главное место вот там. Вот так вот. К полету готовы, космонавты майнкрафтовские? Готов, Карась, не применяйся, готов. Страшно, страшно, очень страшно. Ну вы не переживайте, Гагарин, когда в космос летел, ему тоже было страшно. Но он все же полетел, значит и вы полетите. Так, Мия, давай отчет от 0 до 4, и тогда их запускаю в космонавты. 0, 1, 2, 3. Ну и полетели, наркоманы Петровичи. Папа! Подожди, фальстарт, что-то не работает. Подожди. Подождите. А что не работает? 0, 1! Всем приготовиться! 3! И полетели, дети мои, в космонавты! Ту-ту-ру! Чё все попадали-то? Кто там наверху остался? Лерочка и Никич? Лера, как полет проходит? Все успешно! И после этого Леру никто никогда не видел. Ну, примерно так оно будет как бы искать ее. Вот Катю также засажу на вот эту ракету и отправлю ее куда-то на Сатурн или вообще на Марс. И после этого Катя больше никогда и не вернется. Лера! Ну, главное, чтобы она с этой ракеты как бы не упала. Да, надо еще одну ракету будет построить. Лера, тебе понравилось? Если понравилось, то это самое главное, да? Я родила будто. Ну, это хорошо. Если у Кати будут такие же впечатления, как у тебя, значит, троллинг удался. Все хорошо сегодня стали с этой задачей, а сейчас... Никич, ну если Карась и Костя отказался, давай ты хотя бы со мной на свидание, вот сюда. Так, это мой стул, твой будет вот там напротив меня. Давай, Никич, ты главное не стесняйся. Лера, ты-то со мной хочешь, но я-то с тобой не хочу. Официант, а можно бутылочку детского шампанского? Если да, то я буду очень сильно вам признателен. Ага, спасибо, Лерочка, за яблочко. Ну что, Никич, как жизнь молодая? Отлично, ну это хорошо. После свидания со мной она еще лучше станет. Ha 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 ha.